Друзья, всем привет! Меня зовут Женя, вы находитесь на моем канале о творчестве, и сегодня мы с вами будем готовить крем-суп из шампиньонов. Для приготовления нам с вами понадобится 1 килограмм свежих шампиньонов, 80 грамм сливочного масла, 1 большая луковица, 1 литр воды, сливки примерно 400-500 грамм, 300 грамм плавленного сыра, мускатный орех, черный молотый перец и соль. Если мускатного ореха у вас нет, можно, в принципе, заменить молотым душистым перцем. Итак, приступим к приготовлению. Для начала берем 80 грамм масла и топим его в кастрюльке. Пока у нас топится масло, берем луковицу и нарезаем ее любым удобным вам форматом, потому что потом все это все равно измельчится блендером. Так, вот мы растопили масло, отправляем туда порезанный кубиками лук и обжариваем его до прозрачного состояния. Пока у нас обжаривается лук, измельчаем шампиньоны. Не слишком мелко, не слишком крупно. Главное, чтобы удобно было их размешивать. Так, обжарили лук. Отправляем туда наши грибы. И обжариваем их до такой степени, чтобы они дали сок. На этом этапе нужно немножко посолить. Я солю немного, примерно вот так, 1/3 ложечки. Потому что сыр потом соли добавит в суп. И к тому же в конце приготовления, если будет недостаточно соли, можно будет досолить. Итак, отправляем нашу кастрюльку на плиту. Обжариваем грибы до того состояния, пока они не дадут сок. Так, вот грибочки наши готовы. Они потемнели, дали сок. Далее мы заливаем их водичкой и доводим до кипения. После того, как грибы наши закипят, нужно дать им повариться 20 минут. Итак, вот и сварились наши грибочки. Сейчас я грибы вытащу в отдельную емкость, где буду их измельчать блендером. Можно это сделать при помощи дуршлага или вот такой шумовки. Вот такая каша у нас с вами получилась из грибов и лука. И теперь я эту кашу возвращаю обратно в кастрюлю. Все перемешиваем, отправляем на плиту и доводим до кипения. Далее вливаем сливки. И также доводим до кипения. Далее добавляем сыр плавленый. И расплавляем его весь в супе. Чем больше будет сыра в супе, тем более сливочный будет вкус и более густой по консистенции будет наш суп. Теперь мы сразу добавляем специи. Мускатный орех, черный молотый перец. Теперь все это перемешиваем, даем разойтись сыру и можно выключать. Сейчас я отправлю это на плиту, чтобы у меня сыр весь разошелся внутри, и покажу, что же у нас с вами получилось. Ну вот и готов наш с вами крем-суп. Получилась вот такая консистенция. Перед тем, как отключить и снять с плиты, я его еще немножко досолила, буквально на кончике ложечки. Все, супчик готов, пальчики оближешь. Перед тем, как подавать к столу, не забывайте в кастрюльке супчик размешать хорошенько, потому что грибы тяжелые и очень быстро осаживаются на дно. Подаем к столу вместе с сухариками. Приятного аппетита! Если вы еще не подписаны на мой канал, то обязательно подписывайтесь, ставьте лайк этому видео. И увидимся с вами в новых видео. До новых встреч. Всем пока-пока.